И тут есть еще вот такая шикарная форма, ребята. Ой, вообще класс. Вот у меня формы такие классные. Для запекания. Это же форма, наверное, 250 градусов по Цельсию и 475 по Фаренгейту нужно запекать. Курочку, все вот такое. Под любой закрыть. Огромное блюдо, рулька, ножка. Класс. Это, по-моему, Марина дарила, если я не ошибаюсь. Вот такие все формы в форму надо ставить. Так, а вот мой внутри блюдо. Вот он. Это что это будет называться? Смотри, внутри блюдо. Как его лучше, как ты считаешь, разобрать с коробки, да? Конечно. Ты что, с коробкой ставить будешь? Конечно, а ну держи. Сюда. Сейчас, подожди. Так его только надо мыть, блин, засратый. Давай, давай. Так. Вот. Так, это его. Это тут есть его. Вот его чашечки. Вот его надо куда-то в отдельную эту, да? Рецепторы. А вот туда не пойдет, где техника? Нет? Вот туда, где техника, на нижнюю полку. Да. Видишь, я коробку нахер выкинуть. Смотри, какая форма есть. Вот. Ой, прекрасно. Вот это. Классная, да. Большая такая. Угу. Масло, тут же все, и маска, и чай, и все, и вилки одноразовые. Ну, будет женщина приходить, я буду нанимать. Ну, правильно. Как ты считаешь? Ты можешь себе это позволить, почему бы и нет. Только кого имя? Ну, надо, наверное, обратиться в агентство по уборке, в клининговое. А извините, или не надо, да? Я не знаю, Савел. Ну ты хочешь, чтобы знали тебя, человек знал? Значит, бери, если ты хочешь. Если ты не хочешь, знал. Ну, чтобы тебя человек знал, со зрителями. А, чтобы ну, если ты хочешь, нет, если тебя это не смущает. Что третьего не дано. Или хочешь, или не хочешь. Все. Ну, я не очень хочу. Не хочешь, обращайся в клининговую компанию, в агентство, и выпишут тебе по твоим параметрам, там, женщина, мужчина. Возраст, опыт работы. Женщина, мужчина. Ну а что? Мне надо, чтобы женщина и мужчина приходили, чтобы одна делала другое, а вдруг третье. Потому что женщине одно и то же опыт. Тут если поддерживать, что? Тут если просто поддерживать, если засрать, это, конечно, дорого. Смотри, Жень, тут надо, тут идет дождь, тут у меня сразу грязные окна. Тут надо залазить, мыть. Женщине это тяжело. Ну, женщина, может, женщина такой... и делает. Мужчину я не видела, да. Чтобы мужчины. Ну, не знаю. Ну, а женщины ты, я требовала... Мне кажется, женщины лучше моют, чем мужчины. Ну, Юль, женщины ты не будешь требовать. Понимаешь, вот, а что вы мне там плохо помыли? Угу. Ну, как я, у меня язык не повернется сказать. Извините. Ну, как? Ну, а так? Нет. А с мужика можно, если была и мужчина, и женщина, она ему даже задание скажет, лезь туда. Человек приходит и выполняет работу, и получает за это деньги. Это понятно. Ну, и ты с него имеешь право спросить, если тебя что-то не устраивает, показать. Ну вот уборщицы работают, вот у меня в аптеке работает санитарочка, правильно? Ну. Вот. Она где-то моет, я что-то увижу, я ей скажу, Людмила Александровна, вот здесь вот домоете. И что здесь стесняться? Конечно. Ну а что? Я не вижу в этом ничего такого. Просто я не смогу требовать, понимаешь, как бы. Ну не сможешь, что, значит, это будет провально. Почему провально? Потому что уберет, тебе не будет нравиться, будешь матюкаться, будешь злиться, зачем оно тогда? Нет, я так могу сказать, но просто если труднодоступное место, я же понимаю, что я еще живу. Угу. Но заработать хочет, а не может. Заработать хочет? Вот сюда. Нет, стоя. Только нет. Вот сюда стою. Но требует. Значит, требовать, ну нет. Ой, требовать. Требовать. Давайте все.
Самвел. Вот и все чашки, Юля. Это все сюда. Я требовать не могу. Вот и все чашки. Это все в этой? Смотри, нет. Это все раскрываем. Мы ничего не экономим. Ну это чистое. Да, может, его не надо протянуть. Может, замок, да? Угу. Ну, откуда? Вот, это чашки. Вот так. Их надо вот это открутить, Юля. Вот это надо мыть. Все. А ну дай мне. Что это? А что, ты там тазики будешь мыть? А что, где? Давай. Все. Единственное, что я думаю, может быть, оставить какие-то книжки вот эти. Тут есть рецепты. И то, наверное, на русском. А зачем тебе? Какие дураки это составляю для украинцев на нерусском. Тут клуб, карточка. Это моя, то, что я купил его. Это сохранить, наверное, надо, да? Хорошо. Ну, желательно инструкцию. Или что там, гарантийный талон. А сейчас я все в один пакет соберу. Острые вот эти, да, шли? Юля, ну перемалывай даже вот эти семена чия, лен, орехи, все, что хочешь. Все перемалывает, понимаешь? Вот у тебя все, что есть по этому вопросу. Все сюда. Инструкции выкидывать нельзя. Зрители говорят. Все, смотри. Я бы на твоем месте вообще взяла бы папку какую-то. И в эту папку все вот эту... Ты заведующая аптека, знаешь? Ну, а чего? Папку, да, по стеллажам такая. Ну, не по стеллажам, просто папки, где у тебя тут инструкции все хранятся, гарантийные талоны. Да нет, а у тебя все разбросано. Все выкинуто, у меня только вот это. И это я сохраняю только для того, что там рецепты. А на матрас сам, что ты не сохраняешь, выбросил уже? Не, а что, у меня что будет? Да, только купли-продажи. А, ну договор. Вот, вот, есть? Я, ну, вот эту всю документацию в одну папочку сложить. Нет? Да. Папочку, а папочку куда? А папочку на полочку. А, да, а полочку где взять? А полочка будет вот эта в комнате. Ага, совсем. Кабинет тебе, тебе тут кабинета не хватает. Что сделаешь? Я смотрю сейчас сериал, у них там такой... Ой, ты знаешь, я вчера смотрел интервью. Это девочка-актриса, которая играла эту вот... Крепостную. Она прилетела в Киев на интервью. Угу. У меня парень какое-то интервью брал. И очень прям все в восторге от этого сериала. И что на нее было 300 человек, по-моему, кастинг на эту девочку. Хорошо. Да, и были там из Чехии, из России, из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Киева. Угу. И вот эта девочка, не знаю, откуда она выиграла этот, что... Ну, очень талантливая. Худенькая такая, миленькая, худущая, светленькая, да. Да, да, да. Ой, там такие страсти уже самые стали происходить, боже. Сумская шикарная. Там да. Такие А страсти. Ты знаешь, что тут умрет главный герой? Не рассказывай мне, там умерла уже главная героиня. Вот это красная мама. Вот это красивый сын Сумской. Что, умрет? И там как сценарист говорит, мне как писали. Это сценаристка Рита. За что вы? Давайте воскресите. Вы же ее там тоже... же второй, третий сезон, по-моему. Мин помер. У него не было другого выхода. В первом сезоне? Не знаю. Как это не было другого выхода? Ну, так она сказала. У него не было другого выхода. Было как умереть. Я в шоке. Для него написан такой сценарий. Зачем так, мне сказать? Лейку, чтобы ты знала. Лейку спасибо. Надо... Вот сюда. У меня вот тут, смотри, красота. Вот тут красота, Юля. Ты согласна? Все, у меня есть черпачок. Красота. Дай мне счет. Смотри, какая видео у тебя. Для салатов. У меня новая, я буду зубы чистить. Начинаю чистить зубы. Хорошо, молодец. Видела? Угу. Немецкие столетние. Видела, женщина подарила, видела. Столетние. Ну, это как вот то. Помнишь, она там в сериале? Это зашла, а это говорит. Это говорит немецкая. Это софа античная. Это подсвечник. А Германия 120 лет. Так, а это стул, ты сидишь, это Версаль. Какие-то кино меня там скидывают. Так прополоскай. Да, вот тут я не вымою. Вот так прополоскай и все. Вот тут. Вот так, Юля. А ты знаешь, что есть очистка паром в духовке? У тебя? Да, вот. Да ты что? Ну да ты что, я тебе показываю. Да ты что? Очистка паром. Вот.
И что она делает? Не знаю. Да, в рамке паром, как шибанет. Сейчас помачиваю, что она делает. Уже не надо. Чего не надо? Шибанет, как духовка. Хай будет, есть такая функция, очистка паром. Очистка. Очистка от загрязнений? Да. Не понимаешь, где-то должны быть салфетки лежать. Ну, где-то должны пакетики для мусора. Где-то нам кастрюли сейчас, да, разложить? Вот тут будут кастрюли, сковородки. Вот сейчас мы их будем вытаскивать. Сейчас я вот так, бокалы, фужеры. Вот тут плохо перемывалось. Это уже хорошо. Там ничего не плохо. Ну, оно их разводит. Оно получается... Вот я помыла и смотрю, там где-то что-то осело, там где-то что-то осело. Я знаю, что осело, тут ничего не присело даже. Все хорошо. Ну а я вижу, вот на плитке, какая-то как кусочек шерсти, кусочек чего-то маленького вот такого. Ну так мыть надо было. Я мыла плитку, ты что? Это я лозила тряпка, я бачу. Одно то, что мыла пол, потом повезла плитку мыла. Да я шучу, давай, Юля, работай, время нема. Еще на укол. Моя мама посмотрит и вот скажет, что Самвел первый и последний раз что-то мыть. Вот точно. Вот это. А ты что, по маминой указке живешь? Да. Вот, блин. Ничего. Хай мама приедет, покажет мама. Нет. Нет? Мама хватает, чем мама. Самвел первый слетел. Юля, все, мама, я слушаюсь. Да, маменька. Да, маменька. Подавила сериала. Да, маменька. Ай, мама, приедет, покажем, может, куда что расставить. Один раз себе одной тряпкой. Тут он сколько да тряпок? Да я шучу, господи, что ты одной... Ты полы не мыла вообще еще. Какие полы? Плитку. Так ты полы не мыла, если ты сказала, что ты мыла полы, потом полезла мыть этим это. Отдельно, тем средством. Там отдельно, там мягкая тряпка, боже. Там жесткая. Ты сестра Тома, там один затрочек. Это, потом моющим, потом водой. Я тебе сказала, я тебе сказал, ты мыла пол, а потом поля, ты мыла пол. Пол? Да. Нет. Ну так а что ты споришь? Ну ты же сказал, что плитку елозила и... А, ну... А, Б. Угу. Я говорю, пол помыла, а потом той тряпкой полезла. Все. Сколько тряпок. Бачишь? А содой хорошо, ты знаешь? Очень хорошо. Я соду так полюбила. Вообще, боже. Она все отмывает. Так полюбила. Так полюбила соду. Собрал, сейчас тряпкой только шкварка. Шкварка. Закрыли тебе там клетки для дома. Можешь сидеть. Мама приедет. Сколько выдерживает интересно весом? Виталик вылазит туда. Да. Да ты шо? Шо ты шо? Я, наверное, больше, чем Виталик вешу. Ну, конечно, больше. Килограмма два. А что ты говорила, что ты любишь сидеть? Сама правда. Ага. Ну, ты ж правду любишь говорить, да? Да. Сам, наверное. А, вот сухая тряпка. Вот сколько. Вот этот, он говорит одной тряпкой. Раз, два, три, четыре. Эти. Вот. Ничего. Дети подземелья. Я не люблю несправедливость. Дети подземелья. Так, вот. Все, шикарно. От меня. Знаешь, как отнимают хорошо. Внутри блюд. Там ты поставила прям на... А ну покажи мне, откроешь. Шикарно. Туда поставила? Да. Теперь смотри, вот туда вниз разбирай вот эти фужеры. Сейчас мы фужеры засунем туда вниз. Или туда наверх, вот на самую верхнюю, разберем. А фужеры в коробке их надо, Юля, или вытаскивать? Как ты советуешь, как женщина. Тебе нравится, как кажется, на тебя женщина? Ну, я девушка вообще, мне 27 лет. Нет. 27 лет. А? 27 уже девушка молодая. Чем женщина? Нет. Нет, хорошо, 32 будешь, что ты будешь думать? Девушка. 40. Женщина. Бабка. Женщина. 40 женщина? Да. Мне когда кажется мужчина, мне кажется, фу, что за бред, это мужчина. Я буду красивее, когда выйдешь этих с коробки. Но для тебя, мне кажется, лучше в коробке оставить. Томас, куда глянь, куда не видно, подлец. Во-первых, места меньше займет, чем когда мы выставим просто. Юля, а ну давай раскрой их и покажи, какие они красивые. Ну, ладно. Раскрывай, мне надо смотреть. Хрустальные пойдут. О, с
Это хрусталь. Да. Это витрина. Это витрина. Это Катя с Сашей дарили. Это витрина, да. Это то, что я хотел. Малина Лизова называется. Это настоящий хрусталь, ребята. Ножка такая, обалдеть. Очень красивая. Так, вот их, знаешь что? Их пока, Юля... Я отставляю. Их положи в витрину. Педри, педри просто положи в витрину. Хорошо. Что? Педри, ты когда? Педру сейчас. Педри. На коту я скажу. Педри. Я при коту никогда не включу. Я при коте. Я при коту. Юля, мне... Глянь, куда залез, подлец. Куда? Ля, скотина. Ты видишь, что делаю? На холодильник. Ты видишь, что делаю? Да. Вот уж там и шерстяка. Он не мерзнет, наверное, куда прыгать. Вот задрочены. Ну задрочены и все. Дивись, куда ты же, Юля, дивись. А дивись, как ему хорошо оттуда. Ой, ты мой римский император, ты верь. Дивись, какой зайчик. Ой, красивый, дивись. Ого, ой, Томас, нифига себе. Вот так, все. Ничего себе. И плевать он хотел. Сосец. Смотрите, глянь. И зуб торчит. И зуб торчит. Ага. Томас! Ах ты, мне тебе. Ну, там помыто, чистит. Так, дальше, смотри. Это бокалы для... Чего? Такие. Это для вина. Для белого вина подаются такие бокалы. Их надо расставлять. Никакая для шампанского. Нет, конечно. Подожди. Ты сказала, что я говорю, я фумигатор, да. Я фумигатор, ты говоришь, включи фумигатор, чтобы убрались мошки. А я говорю, я при коту фумигатор не включаю. А Юля каже, а я при коту включаю. А потом, а через время я сказала, при коте. Нет, ты сказала, я сказала, я при коту не включаю. Ты кажешь, а я при коте включал. Чи при коту? При коту. Я повторила, как ты сказал. При коту. А я уже не знаю, как правильно. Чи при коту, чи при коту. Так, я просто поставлю, а потом будешь командовать, как правильно. Смотри, как я вымыл вазы внутри. Обрати внимание. Солдай, скажи, классно. Солдай. Шикарно. Угу. Это милые вазы. Вот здесь водичка. У меня есть сейчас еще одна ваза. Вот тебе водичка. Здесь мы моем вазы, нам надо помыть их себе. Ой, Самвел, тебя бросают со стороны в сторону. Нет, просто я мою вазы. Тут стали бокалы. Бросил бокалы, пошел мыть вазы. Юль, ну просто я... Разбирали когда... крупы, бросил крупы, пошел мыть, доставать чай. Ну, вот, я давай мою, смотри, я мою вазы, мне надо... Мне, я знаю, что есть еще одна. Поэтому я уже сразу вазы мою. Вот это выставлять или это тоже витрина? Что это? Красивая. Это выставлять, Юль. Это выставлять. Это, да. Это сюда. Угу. А что ты их сюда ставишь? А куда? Я просто их поставила. Я их просто поставила. Ты скажешь, куда их ставить. Что ты беспокоишься? Команду их отключишь. Так, подожди. А я не спешу. До шести еще 2 минуты. Ой, красивая тоже. Знаешь, нет, их надо очень группировочно. Да, вот так, шахматно. Одну за одной и два вперед. Вперед. Вот. Пойдет так? По группам. По группам? Ну да, вот так. Вот шесть поставила, рядом вторая группа пошла. Или там их больше у меня нету. Все, они вот это два набора. Ну, может, еще... Тогда не надо, тогда расставляй по всей полке. Сюда не надо группировать. Это что, последняя? Красивая, да, будет все. Ребята, бокалы красивые. Это кто-то дарил, это не помню. Юля, знаешь что? Может, выключим кондиционер? Выключай. Мне уже в глазах потемнело. Или кофе набивай. Не-не-не, нельзя. Он вазы шикарно отмыл. Белые. Блестят. Но не видно.
Видно будет вот так. А есть у тебя еще какие-то, допустим, слышишь? Да. Рюмочки. Стаканы, рюмочки. Вот ну, вот я хотел вот так вот группировочно, но я думаю, знаешь что, Юль, что лучше мы их давай расставим. Может 10, я не знаю. Так, а если мы сейчас расставим? Ну, давай вот так вот сделаем. Расставим. Коробки выбрасывать? Да. Вот. Это вот один. Я не знаю просто, как люди складывают, как они пользуются. Ну так может быть как-то. Вот. Да, вот так. Один, второй. Все, два набора у меня есть. А как у тебя попасть туда? Нажать на кнопочку. Скажи, классно, да? Терка, качалка, лейка, ситечка, там... Что там еще? Мерный стакан где-то. А, мама забрала. Ой, Самвел, прости, пожалуйста. Я специально. Не, ну прижала, но не больно. Мама мерный стакан у меня загребла. Мне надо мерный стаканчик сюда положить. Давай вот. Так. Ну все, тут закрывай. Ты смотри. Нет, когда закрываешь, оно закрывается. Оно закрывается с тем соединением. Так, давай. Ну теперь же смотри, не забывай, что у нас есть вот это. У нас вот это еще есть. У нас есть вот эти формы. Вот разбираем сковородки. Это дарил, по-моему, Артем со Светой, да? Юль? Наверное. Ты не помнишь? Ну сам был, твои подарки. Ты что, не запомнила? А где крышка? А где ручка? Отдельно, наверное. А-а-а. В туалет не хочешь, Юля? Нет, ты хочешь мне выйти, я выйду. Не, не выходь. Просто не заходь. А где ручки? Не знаю. Там, наверное. Да нет, это же другая уже коробка. Подожди. Юля, мне кажется, где-то вот тут они. А вот, вот они. Ой, это еще ручка крутая. Ой, блин. А что у меня? А это что? Так, ну вот это все сюда, мусор. Вот видишь, у меня сколько уже разобралось, да, вот оно. Ну давай я буду крутить их. Смотрите, ребята, поскручивал крышки. Такие вот получаются. Это один набор кастрюль. А вот второй набор кастрюль. Это же те, что Надя дарила. Такие банно. Ну смотри, какой класс, вот такой борщ. Вот это для борща будет кастрюля, смотри, супер. Она мерная. Угу. На сколько она, на 5 литров? На 5, да. Да, 5 литров. Угу. Вот это для борща. А крышка ее где? Крышка вот эта, наверное, большая. Не, наверное, вот это она. Да. Угу. Ну, может быть, и это подходит. Это, наверное, это больше от сковородки. Смотри. Это вот от сковородки. Какая. Ой, вообще класс. Видишь, она как? Супер. Вообще посылка. Ой, для риса, для рагу. Обалденная. Подержи, пожалуйста, наклеечку сниму. Ну, посуда хорошая. Тут ничего не скажешь. И это хорошая по-своему. Это немецкая, прям made in Germany. Видите? Германия, Германия. А куда ты сковородку? Ну, вот, смотри, одному человеку зачем сковородку? Вот зачем сколько одному человеку? Давай сейчас выставим вот это и вот это. И ты посмотришь. Вот что одинаковое, допустим, одинаковые. Ну смотри, вот тут у меня много места. Угу. Вот если бы, вот это мне все сделают в пятницу, придет Саша, должен в пятницу или в субботу прийти, мне вот это все подсоединить, воду, хироду там, все, то у меня останется. Вот там, ну, мусорное ведро я поставлю какое-то. Тут будет измельчитель. Плюс бак станет фильтра большой. Уже будет фильтр еще. Но я думаю, что все равно место осталось для кастрюли туда сзади. Ну посмотрим, ладно. Ну смотри, сколько кастрюль. Ну шикарно. Боже мой. Ой, боже мой. Это сюда. Это вот на нее. Угу. Это вот тут, это сюда. Ну вот теперь думай, что тебе надо, что тебе не надо. Так, что надо, мне все надо. Тут. Тут и тут. Но смотри, уже там, где бокалы, уже ты не поставишь.
Ты что, сам прикалываешься? Там, где бокалы, уже не свистит, да? Значит, что? Открываем. Ну, уже мы поставили, да? Тут да. Есть. Вот это остается. Убираю эту всю трахамуду. Так, а ну открывай низ. Сейчас я буду дивиться. Ну, сковородку сюда можно поставить, в духовку. Да вот нельзя, наверное. Нельзя, да? Да. Фу, она горячая такая. Ты выключил? Ну, я же выключил, да. Так, а ну давай, Юля, ставь. Вот это еще. Че вот это? Ну вот это станет вниз, там формочка. У тебя как народ у этого, будто ты в этой, где-то какой-то компании работаешь, приготовлению пищи, и у тебя сколько посуды. А ну закрый эту верхнюю. Там ну, Томас. Смотри, в любом случае, а где большая Томас? Тебе нужна. Томас? Анюшка, ушка. Томас, да? Томас? А, точно. Томас. Томас? Возьми еду его за шерсти. Томас? А! Ах ты! Смотри на него. Иди сюда, будешь кушать? Томас. Нет, не голодный. Да, ты там нажрался и сидишь, выглядаешь. Шкрек. Вот эта кастрюля тебе нужна, да, ты говоришь? Значит, ее для борща больше варить. Ну смотри, а вариант кастрюля в кастрюлю ты не рассматриваешь? Рассматриваю. Вот вторую бери, следующую, самую большую. Вот сюда, вот тут к стене. А вот. Открывай вот эту крышку. Вот это больше. Или это ты? Нет, это будет отдельно. Хорошо. Вот всю открывай крышку. И ее в кастрюлю. Следующую кастрюлю опять в кастрюлю. Она что, высокая? Ни хрена сама. Давай, давай. Вот, ручки. И шо? Ставь, ты же видишь, какая высота вон. Следующую. Следующую. Вот, ставь, ставь. Прекрасно. И вот ту. И черпачок. Все. Рядом ставь крышки. Прекрасно. Я на ходу так. Нехай ходы. Тут вот этот может быть. Теперь вот сюда ставь. Следующий. Сейчас все влезет. Дивись. О. Я жарю, я понимаю, как делать, только не умею. Вот. Теперь рядом все крышки. С маленькую накрываю вот сюда крышечку. Вот эту. Вот накрываю ее сверху. Эти три рядом. Раз, два. И там еще одно есть, да. Все. Также закрыть надо вот всю верхнюю. Все-таки надо было, наверное... Ну ладно. Как? Вот всю сперва ставь. Верхнюю нет. Нет, нет, сними. Что, а, вот эту? Да нет, ставь. Она же не помещается. А, да. Она же не помещается. Я сразу так поставила, она не годится. Ну тогда накрываю вот эту. Да? Да. Вот, эту накрывай, ту накрывай, и рядом, вот она, и три крышки еще надо всунуть куда-то туда. Нет, три, а, да, три. Три, а сковородку мы оставим. Все-таки надо было не так, Юля, стой, давай, все-таки ты права, надо было сделать вот так. Закрывай ее крышечкой. А все остальные крышки сюда, с этой стороны, от других крышек. Правильно? Угу. Вот. И ту, и еще ту. Все. Вот у нас ну, все, вся посуда, два набора. Вообще смело въехала. Если постараться, можно положить еще. И формочку. Угу. Но это уже на голову будет. И вот эту формочку. А вот это будет на голову? Да. Там уже нет, я забыл. Ну, клади как хочешь. Ну, что на голову? Как тебе хочется, клади. Ну, вот эту. Давай вот эту надо ее, знаешь что, замочить горячей водой? Сода. Она в карамели, надо. Она в карамели, горячая вода уберет. Угу. Вот формочку надо сюда положить. У людей так и есть вот. Пожалуйста. Все, чем плохо? Все. Два огромных набора на все случаи жизни. Тут кастрюли,
на праздник и все наготовить, вот, пожалуйста. И мне хватит и хватит. Так. Сковородка какая шикарная. Сковородка классная, тут ничего не скажешь. Даже можно по-другому сделать. Знаешь, как тут можно, Юль, сделать? Смотри. Вот это убрать. Вот это сделать типа вот так вот. Вот. Маски делать эти надо? Какие? Смотри, Юль, и сковородка вот, туда. Отлично, молодец. Все хорошо. Туда. Молодец. Достал. А что, еще у тебя там, наверное, что есть? Ну вот у меня есть эти формы. А дальше? Ну вот у меня есть, смотри. Можно, в принципе, вот сюда все ну, формы. Да, ставь сюда. Смотри, тут есть... Угу. Вот, видишь? Угу. Допустим. Да, теперь... Ой, осторожно. Теперь-то давай, допустим, если мы хотим форма к форме, то можно вот так сделать. Вот. Аккуратно. Вот так поставить. Вот уже будут формы к форме. Сковородки хай тут уже. Ну, это я обещаю отправить, и я ее отправлю. Просто все забрала. Давай я буду делать. Так. Так, что дальше, смотри. Ну, вазы чистые, да, Екатерина? Вазы я еще не ополоснула. А, не ополоснула. Нет. Вот это надо отсюда убирать, надо все. Вот это тоже сюда. И вот эту надо сполоснуть, давай. Ага. А все я принесу, да. Возьми. Ой, на ногу капает, я так буду, чтобы на носок капало. Чтобы не накапать соды. Соду надо снимать. Вот эти, вот это все формочки, понимаешь? Формочки к формочкам будут. Ого, так туго, наверное. Да, это вот оно закрывается. Классная штука вот это стекло. Вот уже, смотрите, ребята, насколько меньше стало завалов. Тут же были коробки, вот это все. Продукты, крупы, хирупы. Тут, а тут все. Ой, ага, тут на... О, вот, тут еще очень важная штука. Вот, весы кухонные. Так. Сейчас будем разбирать. Это, короче, мыло. Золотой бутон. Это моя клизмочка, мне не надо. Надо. Ну как? Ну вы поняли. Специально для одного дела. Бывает, надобится. Так, вот это отрываем. Это классный дуршлаг. Это, по-моему, дарила Надя. Вот это так раз. У тебя хорошая ситечка. Смотрите, так, вот стекло, все, что надо. Опять его придавил. Оно тебя много места не занимает. Вот, вот сюда его. Смотри, Юля, коситечка. Вот такое, которое вышло, да? Чпокуется. Ты нашел, да? Это Надя дала. Так, это сюда. Вот тут весы кухонные. Вот, это то, что обязательно надо. Это тоже Надя дарила. Вот батарейки. Все. Ой, это что? Ой, это маме отдам, это мне не надо. Вот это тут у меня маме, кроме досточки. Вот это кисточка, половник я еще один отдам. У меня половник получается вот этот. Я буду пользоваться, мне для гарнира есть, для подливки и для борща. Вот. Одна сода везде со мной.
Да, это подожди. Тут должны быть где-то... Так, это Игорю надо отдать распятие. Ой. Юля, как у православных должны быть ноги, ты знаешь? Вот посмотри на вот это распятие. Вот так должны быть. Как? Вот так? То есть, так, такого нигде нема. Ну вот так. Ты прям вот так. Да нет, ну так. Ну так. Ну это католический. Вообще должны быть, по-моему, ровно. Если я не ошибаюсь, может я путаю, конечно. Ну это Надя здесь раздобула. Так, тут трусы, распятие, перчатки, что тут? Мыло, краски. О, это система. Так, кисточки, краски. Да, презерватив еще. Ножницы, ножик. Господи, что тут еще? Это для волос. Так, все. Шварцкоп. Вот это чисто, вот это чисто. Так, клизма. Подожди. Тебе клизма не надо. Нет. Клизма тебе не вставить. Нет, а знаешь, чуешь, Коля Лих, а ты не была тогда, не? А, ладно, це не буду рассказывать. Так, а тебе клизму не вставить тогда? Кому? Коле. Ти Коля говоришь? Да не я. А кто? Медсестра. А, как не была? Была. Да. Он раздикся. Ага, она говорит. Ой, хорошо, даже тебе клизму не вставить. Так, это твои парфюмы. А ну выставляй их сюда. Зачем сюда? Вот сюда. Не-не-не, сюда, сюда. Ты на кухне? Да, будешь? Тут светло. Так. Мыло. Ой, вообще, я люблю, чтобы это запасы мыла было. Вот я все позабирал. У меня тут здесь это есть... Это дешевые такие. А у меня здесь есть дорогие. Это, по-моему, Олег, что? Вот это надо или выбрасывать? Надо, как это шумно видеть. Да? Вот это тоже. Это отсюда. Это отсюда. Так, все, да? А ну там что есть? Мыло вот сюда. Мыло? Да, мыло. Система отсюда медикаментов. Так. Вот Томас, ты хочешь выходить? Давай. Проходь. Проходь, проходь. Это что? Я забыла, что там клетка. Проходь. Иди, иди. Посиди на улице. Это красный. Это рисовать все, хай будет там. А перчатка, это что? Это я не пойму, это Йола мне высылала, партнерка. Угу. Подарок. Ну, в одежду куда же. Так, вот это все надо будет протереть и расставить в полочки. Кстати, дрозофила у меня уже нема. Можешь ванной поставить туда? Духи свои, не хочешь? Ну, можно, конечно, да, ладно. Мне очень нравится вот тут вот у меня. Вот тут вот. Очень классно. Вот это все. Я буду печь, вот это все пользоваться. Буду муку все. Давай выготавливать. Давай. Сейчас я вот это повытираю. Так. Подожди, а ты вот это мыла? Что? Вот это вытирала, да? Вытирала. Сода там, да? Да? Я под душем вытирала. Это я вытяну. Потому что я его все равно буду... дарить. Она будет. Еще какая-то формочка у меня есть, интересно. А вот там она, да, киснет одна формочка, Юль. Okay. Да. Так. Ну, тут надо разобраться с вот этим. Так, вот это я уже снимаю. Всё, их уже нема. Юля, ну откроешь мусорный пакет? Да. У меня тут еще понаходились, смотрите, ножи, новые прищепки, вот эти для, видите, для чего они? Для разных конфет, типа яблоки запечатываешь пакеты. Потом китаец нож показывает свой для помидор, очень классный, Aero Knife, Food Never Sticks. То есть это только для помидор. Странно. Вот, еще один ножик. У меня были такой, помните, набор с чехлами? Вот. Это нашел чашку, мне дарили. Это классная штука для ананаса. Это когда ты раз пользовался на Новый год, если помните. Вот это обалденная штука для бутылки с вином. Сейчас вот у меня вино открыто есть. Это масленица. Сейчас я предложу Юле, потому что у меня одна есть сервиза, а вторую мне серебряную привезут сегодня или завтра. Женщина в Америке купила серебряную полностью масляницу.
зрительница. Ну, как женщина, девушка молодая. Так. Если я не захочу, я маме отдам всю маску. Она новая. Юля! Смотри, Юль, что у меня есть? Смотри, что у меня есть. Тебе надо такая штучка? Масленица. Не, не надо. Точно не надо? Точно. Она новая. Точно. Спасибо, нет. А у тебя есть такая? Не, такую? Не хочу. Ну, тогда я маме отдам. Маме зачем? Оно тоже масло нельзя. Тоже Колина и Грень. Прошу, если у них нема, то маме отдам. Так, дальше вот еще нашлись бокалы. И вот это мне надо, чайник. Заваривать, хотя у меня, конечно, есть обычный заварник с набора, а это вот такой. Это подставка, наверное. Вот, вот так. Это обалденно красивая расписная кружка. Вот я ее оставлю. Это в мусор. Это в мусор. Смотри, Юля, вот такая штука есть. Это, кстати, Юля привезла супчик, сварила. Там плов еще есть. Вот такая штука. Она вкручивается сюда. Mm-hmm. Я думал, она, видишь, цельная трубка. Mm-hmm. Знаешь, для чего она? А вот это сюда вкручивается, да? Да, да. Можно пользоваться и без нее. Ну, знаешь, для чего? Ну, вот сюда вставляешь, а так наливаешь. Ну а зачем, если она не в ней нет дырки снизу? Эта штука стоит в холодильнике. Угу. Она замораживается, ты ее вставляешь в бутылку с вином, оно остужает, да, охлаждает вино. Понятно. Такая штука. Ну, я думаю, просто вот выкрутить ее, кинуть ее, допустим, в морозилку. Но вот это типа как чопик. Но он, вот интересно, как, вот если в бокал налить, нальется? Нальется, конечно. А где же бокал? А вот, ты будешь вина глоток? Ну, глоток. Не буду. Ой, мимо дырки. Потому что ты плотно не закрываешь. А оно начинаешь плотно закрывать, да. Она под шкурка подлазит. Вот закрывай плотно. Видишь, там шкурка. Ой. Ну, хорошо. Ну, давай, наливай. Наливай, наливай. О, ты болит. Выпьются. Хорошее вино итальянское сейчас. Просто его... Вот так вот, плотнее надо. Я понял. Ну, а ту штуку можно положить в морозилку, да? Угу. Прикольно для вина, да, такая? Да. Ну, хай будет. Как, хотя бы как пробка. Чтоб, потому что, что коробка стоит, вот она. Видишь? Ага. Вот. Выбрасывать, конечно. Да. Так, давай кушать. Давай. Бросай все. Приятного.